Вот прагматично. Хотя эмоции, конечно, есть. Мы видим и в Азербайджане недавно, что рассказывают, что мы там остановились. В Армении тоже постоянно, включая вашего спикера парламента, который обвинил чуть ли не в Российскую Федерацию и меня лично в том, что мы предали Карабах. Мы направили запрос, что все это означает. Мы понимаем сложность ситуации в Армении, понимаем, как это все непросто, но спекулировать на роли, которую сыграла Россия, я считаю, не очень так. Вот, поэтому сопредседателей надо нацеливать на то, чтобы поскорее договориться о маршрутах приезда гуманитарных организаций. О приезде делегации ЮНЕСКО, чтобы объекты культурного наследия находились под приглядом. Вот такие вещи, которые не, может быть, не срывают аплодисментов на уличных митингах, которые не делают заголовки газет на первых полосах и прайм-тайм на телевизионные новости, а которые помогают людям нормально успокоиться, нормально жить в своих домах по соседству с представителями другой общины.